Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бульбазавр, King on Fire. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Очень много подписчиков, 4 штуки. Сегодня у нас очень классный режим, будем убегать от SCP. Если видите, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Карта у нас пиццерия FNAF 1. Пацаны, давайте поубегаем именно от этого пака. 3 и 1, 2, 3. Вот, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и я хочу 1 000 000 подписчиков. Ну все, ребята, я веду его за вами, он бежит за мной. Не, Димас, он тебя съест, а потом нас. Не, я же профессиональный убегальщик. Вон он бежит спокойненько себе. Попытаюсь его запутать, а он вообще не путается, вы представляете? Ах, блин, я испугался. Блин, неожиданно. Эй, блин, я хочу в окно запрыгнуть, оно не дает. Блин, они реально жесткие. Блин, опять я в окно уперся. Эй, я успел. Давай. А что, он побежит ко мне или нет? Давайте посмотрим, знает он карту. Отбежит. Ничего не делают. Ничего. Где-то он потерялся. Так, тут двери нету, я не успею закрыть. Но я успею выпрыгнуть в окно. Они мочат, пацанов, и мочат. Они меня мочат и мочат. Вот этот, короче, который руки короткие, он какой-то неадекватный, да, пацаны? Они кушать просто хотят. Да, я такую еду, я ж не едаю. Дверь закрывайся, прошу тебя, пожалуйста. А дверь не хочет, фух. Все, я в домике. Меня никто не убьет. Понаблюдаем, пацаны, как вы проигрываете. Я сейчас кого-то спущу. Не, я в этом, в туалете. Писсуары. Обесявся. Ну да. Очень стрёмные скромники. Вроде простые, но в то же время какие-то очень быстрые. Он стоит? О, побежал, побежал. Тебя нет. Не, я тут был, ты правильно пришел. Только я могу и сюда перейти, в этот туалет, через окно. Я слышу, как они бегают, топчатся. Нас так не убить. А они, пацаны, двери открывают или нет? Он так прикольно ходит. Он не знает, что делать, заходить или не заходить. Потому что я как бы... Я на у... Ты видишь это? Эй, ты что делаешь? Дискотеку устроил. Их двое здесь. Вы где? Трое. Так, я вижу. О, привет. Пацаны, видите, что они делают? Кто пройдет туда, тот не сыт. Ой, это было неразумно с твоей стороны. Чё-то вообще, пацаны, да? Они не хотят агриться. Чё, не убивает? Масочек. А он меня не хочет убивать почему-то. Он агрится. Он агрится, но не убивает меня. Не хочет ничего делать. Я вообще по идее я застрял. Давайте посмотрим, что будет дальше. Но закрывает глаза. Он должен кричать, но у меня нету звука почему-то. Я не знаю почему. Это баг какой-то. И слава богу, так бы стоп-словом постоянно прописывать. Там танцуют, здесь танцуют. Мужики, вы что, с ума сошли? Так, хорошо, я отлечу. О, блин. Пока отлетел, все. Давайте, короче, удалим. И разнообразие поставим. 1, 2, 3. 3 статуи. Че, интересно, кого она выберет? На нее надо вещи. Ой. Надо, пацаны, всем собраться и смотреть на них. А мне-то что? Я ушел и не смотрю на них специально. Пусть убивают вас. Она меня увидела. У меня потемнел экран. Не, все уже не темнеет. Потемнел. Я когда выхожу, она сразу агрится. Пошли, не ссы. О, видите? Моментально. Идемте на крышу все. Пусть к нам на крышу идут. Так. В чё, я думал, то статуя стоит, показалось. Так, а где они? Давайте на них посмотрим. О, спалило, спалило. Вон они стоят, на спауне все. Так. Если я отвернусь, будет ближе. О, она уже на крыше. Еще ближе, так.
Я спрятался от них, да? Они тебя и так найдут. Давайте в Найтик его возьмем, кто постоянно нас найдет. Чумной доктор. 5 штук чумных докторов. Пусть пога... О, привет, статуя, прощай. Статуя. О, меня зомби сделали. Я знаю, если стрельнуть АР-2, они немножечко разлетятся. Давайте гранаткой. О. Не хочешь, да? Физган. Погнали, давай. На. Ой-ой-ой, двоих сразу. Красота. Мне нравится. Так, убивать больше не буду. Я их так, чтобы они начали ходить. Это они стоят на месте. Я тут. Мужик, иди сюда. О, мне статую первый раз убила. Че, пацаны, тоже начинают вас мочить? Так. Ой, это что за дракон? Не надо их ставить. А из-за них может вылететь. Они когда начинают друг друга застревать, начинают лагать сильно. Не все моды идеальны. Ой, смотрите, какой пах... Как будто он начинает бежать. Кстати, первый раз вижу такую анимацию. И пошла. Просто за... Эй, мужики. Надо валить. Спринтрап, давай, я с тобой. Ой, я вовнутрь. Да, они здесь не достают. Так, пацаны, вы знаете, есть SCP, которые могут проходить через стены. И этот SCP, вот он. Вроде бы, или... Или вот. Вот, вот, вот. Так, все, можно валить. Пацаны, сейчас будет очень жестко. Давайте еще добавим побольше их. Нельзя, короче, останавливаться, они начинают сразу дамаж. Ой, сразу зомби сделали. Эй, пацаны, осторожно. Вот это жесть, что вы тут наделали. Ой, я застрял в чем-то. О, меня притягивает, смотрите, что сейчас будет. Вылазит морда. Что он делает, убивать меня будет или нет? Или затащит меня в яму? Ничего, убью. Не, я живой, у меня 100 хп. Ой, он тебя убил. Прощайте. Они между собой, что ли, дерутся? Мне показалось, что они с чумным доктором воюют. Эй, валим, валим. На гелике. Ого, я отлетел. 90 хп вынес. И статуя помогла. Пацаны, нормально. Кстати, мы недозаписали рубрику, какой из цепи самый крутой. Так что, наверное, в следующей серии мы это запишем. Делаем обзор на SCP-шек до конца. Мы даже третью часть только посмотрели. Я и забыл, что мы эту рубрику должны записать. Я думаю, что завтра такое прикольное записать, чтобы в тренды попасть. Угу! Блин, круто сделан разработчик, молодец. Ну реально они танцуют чамбу, да, какую-то? Так, 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 так. Давайте кинем им гранатку небольшую. Сейчас. Лупашим, лупашим. Во-во-во, активируется. Сейчас должно жахнуть. Ой-ой-ой, ой-ой. Красиво? Уничтожает? Да, их убил. Бомбочки очень такие активные. Давайте вот так набросаем здесь побольше. Ой-ой-ой. А, не с осколками. Ой-ой-ой-ой, лагает, лагает. Надо больше что-то кинуть. Пацаны, сейчас я сделаю, чтоб не лагало. Надо сразу улетать. Ой, лагает. Сейчас, 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 ребята, я сейчас всех убью. Я спасу всех. Ой, я моргаю. Бум. Отвали ты от меня. Вот это что-то такое творится непонятное. Бум. Смотри, достают меня и все. Сейчас, пацаны, мы все исправим. Какой-то зомби. Во. Не убила их? Да нет, что ж. Они бессмертные. Да не может такого быть. Реально бессмертные? Да, вот эти, ну. Давай проверим.
Да, они бессмертные. А если мы возьмем оружие вот такое, вот, например. Где у нас эта оружка? Монетка. Да блин. Там бомбы активируются постоянно какие-то. Убил бульбазавра. Вот это мы бомб набросали. Надо свалить отсюда немножко. Потому что постоянно взрыв идет. Ребята, есть у меня оружие, которое очистит все. Вот оно. И вас тоже. Ну-ка. И да. Бомбы очистила все. Вот это базука. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.